Мере, он язык у него воспринимает. Когда утром они... Вот так надо было, прямо по краю. У нас приехало 10 человек. У нас мы представляем крымских татар. Приехали учителя, приехали журналисты, приехали из ассоциации Марихче, это образовательная ассоциация, и представляем Республику Крым. Впечатления, конечно, масса, позитивные, очень все хорошо, нам нравится. Мы первый раз участвуем в таком конгрессе, очень радушный прием, очень нам понравился город Казань, и нам все очень даже нравится.